ГТО «Залог здоровья». Сдачу его нормативов организовали для ребят, отдыхающих в четвертую летнюю смену в детском оздоровительном лагере «Юнармеец», специалисты Центра тестирования ГТО городского округа Щелково. Участвовали в физкультурном мероприятии мальчишки и девчонки 13-15 лет. Для них физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО, кроме прочего, дает возможность получить дополнительные баллы для поступления в вузы. Для популяризации ВФСК ГТО многие вузы принимают решение для выпускников, имеющих знаки ГТО, к баллам, которые они получают при сдаче ЕГЭ, прибавлять от 2 до 10 баллов. Нормативы принимали по нескольким дисциплинам. Среди них были бег на короткую дистанцию, прыжки в длину, для мальчиков подтягивания на перекладине, для девочек отжимания в положении лежа. Мне понравились отжимания, отдыхается тут очень классно. Я отдыхаю тут уже 8 лет. Вот. Все хорошо, мне все нравится. Мы будем здоровы, спортивные. Сдача нормативов ГТО для ребят продолжится уже в сентябре, во время учебы в школах. Полученные результаты во время отдыха в юноармейце будут зафиксированы и станут началом выполнения всего комплекса «Готов к труду и обороне». Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.